Всем привет! В общем, я буквально минут 10 назад встал с кровати. Я сижу, сейчас жду урок по программированию. Он будет в 11 часов через 5 минут, получается. Да, уже 10:55. Пипец. В чем пипец, не знаю. Просто я сказал, что люблю рано просыпаться, а проснулся я в 10:30. Круто. Так, я сижу, жду урок. Было бы неплохо пойти и налить воды, потому что вчера воду я не пил абсолютно. Собственно, этим я сейчас и займусь. Ну что, прошло уже достаточно много времени, я успел сходить в душ, у меня, конечно же, уже давно закончился урок по программированию. Блин, ну, в пятницу у нас не программирование, конечно, это называю программированием. Этот предмет называется ЭИКТ, я даже не знаю, как это расшифровывается, если честно, да ладно. Так, что хотел сделать? Я, возможно, хотел записать сегодня летсплей. Попробовать хотя бы записать, посмотреть, что из этого вообще получится. И, наверное, просто попробую записать что-нибудь сегодня. Если получится, то я продолжу снимать. Сниму полный летсплей, тогда уже загружу его полностью на канал. Вот. Так что, да, ребятушки, сейчас мне нужно тут подготовить. Допустим, зарядить DualShock, который уже заряжается. И начинать пробовать снимать. Записал я, в общем, пару серий летсплея. Летсплеи записываются долго, потому что они идут очень долго. Одна серия идет летсплея по 25-30 минут, поэтому как-то так. Уже прошел час, значит, это значит, что все. Снял летсплей и, возможно, еще попозже сниму. Возможно, еще сниму. Вот. Нужно идти побед, потому что я уже есть хочу, пипец. Если честно, у нас есть курица. Курица есть. Ее жарить надо на гриле. На гриле пожарим. Пожарить ее можно. Наверное. Да. Буду курицу жарить себе. Пока готовится мой обед, решил выйти погулять с собакином. По моему обмундированию, в принципе, можно понять, что сегодня на улице очень холодно. Ну как, я думаю, будет холоднее на самом деле. Просто показывают на телефоне минус 1, по ощущению показывают минус 6. Подумал, типа, будет очень холодно. Решил одеть шарф, шапку, зимнюю куртку и идти. Там оказалось не настолько холодно. В принципе, нормально сейчас на улице. Но за ночь опять выпал снег. То есть вчера он практически, в принципе, растаял. А сегодня по новой. Просто. Я посмотрел, кстати, по погоде на этой неделе уже все должно все растаять абсолютно. И каждый день температура типа поднимается на 1 градус вверх. То есть там плюс 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот так вот. Вот, гуляя с Собакиным, как я уже сказал, сейчас перед домой буду обедать, после обеда я, скорее всего, пойду и сделаю домашку, которую мне нужно сегодня сделать. Это программирование и латышский, вот. Так что, такие вот дела. У меня сегодня, конечно, максимально классный обед. Курица, пожаренная на гриле, и роллтон со вкусом курицы. Так что, всем приятного аппетита, если вы тоже кушаете. Латышский сделан. Осталось сделать ЭИКТ. И ЭИКТ тоже сделано. Вот так вот. Я уверен, что оно неправильное особо. Ну да ладно, я ответил вроде как на все вопросы, поэтому все должно быть окей. Кошка пытается достать паука из коробки. Ну все. Уже долго игралась, блин, только сейчас заснять решил. Ой, ебака. Ой. Не знаю, какой сегодня влог получится. Влог, так скажем, о еде, наверное. Потому что... Так. Кошка. Ну что, я не закрыл дверь за собой. Вот она, конечно. Скажите, ваша кошка за собой закрывает дверь? Вот моя не закрывает. Мы сейчас будем ужинать. У нас уже... почти 8 часов. Вот. Ну, уже, в принципе, то же самое, что и на обед было. Курица.
курицу. Да, сегодня доедам курицу. Только в этот раз у меня курица не с дошиком, а с картошкой. Вот. Вышел с Собакиным погулять на вечернюю прогулочку. Думаю, сейчас приду домой, посмотрю фильмец. Возможно, если у нас будет нормальный интернет там, потому что я пытался только что запустить фильм, чтобы он шел. Но что-то у меня ничего не получилось из-за того, что у нас интернет плохой. Надеюсь, когда я приду с Собакиным, у нас станет лучше. Или не станет. Скорее всего, не станет, поэтому мне придется раздавать его с интернета, но ничего страшного. Вот. Все, пошли. Куда идем? Идем домой. Гуляем. У нас, как видите, все заснежено. До сих пор на улице сегодня была целый день минусовая погода. Сейчас на улице вообще -4.5 показывает. Вот есть попкорн. Пить чаек. Или есть чаек. Пить попкорн. И смотреть фильм под названием «Время». Старый фильм. Ну, как старый? 2011 года. Но, как я помню, он очень прикольный. Недавно смотрел отрывок его. Случайно где-то нашел по телеку, он шел. Вот. И решил смотреть его полностью, потому что... Потому что реально, фильм очень классный. Вот. Так что сейчас буду сидеть и смотреть его. Если вы его не смотрели, то обязательно тоже его посмотрите. Посмотрите. Посмотрите, короче. Очень полезная инфа. Чай у меня, если что, с листьями. Он с мятой. Впрочем, как я и говорил, фильм офигенный. Если вы его до сих пор не смотрели, я не понимаю, как вы могли его не смотреть, то обязательно посмотрите фильм. Называется «Время», и он 2011 года. Ну, можно считать уже старый, наверное. 10 лет назад, получается, он вышел. Вот. Поэтому смотрите. Если вы его смотрели даже, то вы его, скорее всего, смотрели давно. И пересмотрите его еще раз, потому что там прикольно будет. А я буду заканчивать, наверное, уже влог, потому что, в принципе, уже... Сколько? Сколько времени? 11:30. Самое время. Думаю, больше ничего происходить такого не будет. Я смонтирую влог. Посижу, скорее всего, в ютубчике немножко. И буду ложиться спать. Так что, да, ребяточки, все. На этом все. Всем пока.